Их, я хочу скалта. Их. Боже, мне из него выпадет. Ого, какой-то ключик появляется. Всем привет! Сегодня я буду открывать много контейнеров в игре Tower Defense Simulator. У меня есть два обычных, один премиум, два замороженных. И еще я сейчас прям куплю золотой. Наконец-то накопил 50 тысяч. Так, ладно, покупаю. Все, купил. Ура, у меня есть золотой контейнер. Думаю, его открою самым последним, начну с обычных. Так, сейчас демку Кримсона включу. Так, открываю первый обычный контейнер. И... что? Какой-то красный пейнтболист. Так, сейчас открою последний. Ого, какой-то синий снайпер мне выпал. Да, реально синий снайпер. Так, также у меня есть премиум и замороженные, но они почему-то не открываются. У меня нету каких-то башен. Ладно, думаю, сейчас буду открывать премиум сундук. Ладно, он вроде бы дорогой. Открываю. Что же мне из него выпадет? Ого, какой-то ключик появляется. Что? Российский ракетчик? Базука ракетчер. Сейчас я сам посмотрю-ка. Что за ракетчер? Базука. Так, вот у меня есть обычный ракетчер. И вот базука. Блин, такой красивый. Ну а теперь самое интересное. Золотой сундук. Может содержать мини-ганнера, ковбоя, круг босса, огнеметчика, скаута и солдата. Я, если хочу, если честно, я хочу скаута или мини-ганнера с круг боссом. Но не хочу огнеметчика и тем более солдата. Огнеметчик это самая плохая золотая башня. Так, ладно. 3, 2, 1. И какая-то карточка. Загрузка. Что? Нет! Золотой огнеметчик! О нет, блин, самая фигня выпала. О нет, почему? Золотой огнеметчик. Я 50 тысяч фармил на какую-то ерунду. Блин. Пошли его хотя бы проверим, эту фигню на колесиках. Золотой огнеметчик. Это самое худшее, что может выпустить золотого ящика. Ха-ха, еще смеется там какая-то. Короче, я буду тестировать этого золотого огнеметчика. Ладно, я пропустил одну волну, у нас там зомби пробежали, но я его ставлю. Давай, 25 баф силы, серьезно, и 50 ранга. Чё-то мусор есть, честно, какой-то даже золотой. Блин, он не сможет их убить? Фу, хотя бы справился. Сейчас посмотрим, его еще раз прокачаю, что произойдет. Так, сейчас посмотрим, я ему купил первую прокачку, что он будет делать с ней. И... а что поменялось? Так, ладно, я ему сделал прокачку, теперь он наносит один урон. Посмотрим, как справится с шестой волной. Я его прокачиваю. Следующая прокачка 3800 стоит, что-то дороговато. Сейчас уже пойдет босс, посмотрю, как он будет с боссом драться. Пока что всех на изи убивает, но сейчас пойдет босс. Обычный босс против золотого огнеметчика третьего уровня. Файт. Кто из вас сможет победить? Давай, если ты не сможешь победить босса, то ты полный мусор. Я просто даже ничего сделать не смог. Блин. А вот невидимки. Блин, они даже невидимок же не видят. Они и так такие вообще, даже боссы не могут победить. Так еще и невидимок не видят. Какой-то мусор мне дали. Вообще. Еще идут расплавленные, они их не убивают. Невидимок не видят. Огненных не убивают. Что вообще за мусор? Полный мусор вообще. Дальше буду играть, еще найду минусы. Ну, дали мне, короче, мусор, который не в ивент и не в обычный режим, вообще никуда не подходит. Я вообще не знаю, зачем он мне нужен тогда, если он его нигде не использовать. И на это я потратил 50 тысяч. Ну ладно, на этом, наверное, и все. Выбрать себе другие скины неплохие, мне особенно понравился ракетчер в виде базуки. Такой красивый. Всем спасибо, ставим лайки, подписываемся на канал, всем пока, я пошел дальше фармить.